часов. Короче, надо было по-быстрому ее собрать, там, короче, ехать куда-то, быстро ее везти, там, то ли на покраску, то ли куда, ну, не суть. Короче, притащила на замену стекло заднее. Говорит, а мы ходили, забыли за нее, работали. Ну, что-то звонит туда-сюда, там, в этом окно поставили. А мы, говорит, понимаем, что мы за нее забыли, и клея даже нету. Погнали, говорит, по гаражу, там, по СТО искать, короче, клей. Нашли, говорит, вроде он там, ага. Давай, говорит, клей. Приклеили, она сколько-то постояла, он прискакал. Говорит, ну что там, все, да, нормально, все, езжай. Ну, а, говорит, я, говорит, это что, кто-то приехал, рассказывает. Говорит, сел, поехал по трассе, говорит, закурить захотел, говорит, открываю окно, говорит, курю, говорит, хлоп, говорит, окно заднее, говорит, улетело. Я, говорит, охуел, говорит. Прикинь, да, такая? Ремонт такой, да? Поменяли окно, да, все, класс, приезжаю. Сел на трассе, окно улетело. Так я говорю, это хорошо, что оно улетело, просто улетело, а не кому-то прилетело. Ну да. А если бы там велосипедист съехал, да? Там по трассе. Я понял. То я уже так.